собрания Санкт-Петербурга Иванову Константину Михайловичу, ректору университета. Константин Михайлович, я хочу сказать, что благодарность законодательному собранию, которое принимается постановлением и голосованием всех депутатов, это одна из самых высочайших наград у нас считается, потому что голосуют все депутаты. Коллеги, я вам хочу сказать искренне, вот такого единодушного голосования, которое касалось бы меха, у нас никогда не бывает. Поэтому поздравляю вас и всего доброго. Это добавка к пенсии.